такой он город Долндалк. Тут какой-то центр вот. Здесь учебные, что-то закрытые ворота. Какой-то замок интересный, такой шпилька. Деревья красивые, закрытая территория. Да. Здесь сейчас. Так, еще надо будет перейти дорогу еще сюда. Такие пальмы растут тут. Очень, кстати, красиво. Живописно. Все показывает, что надо ехать медленней. Slow. А вот это вот пожарная станция в Ирландии, вот такая сейчас. Вот она была. Ну и у меня такие ворота тут прохожу. Так. Стоят пожарные машины. Дальше. Это уже близко. Слева от меня вот этот какой-то закрытый красивый дворец. Я же буду возвращаться на автостанцию. Там еще надо будет перекусить. Ну, вообще живописный город, очень так. Сам по себе такой интересный. Все пальмы тоже растут тут. Все пальмы, вся Ирландия. Иду по улице Долндалка. Вот такая фигня. Булочная. Home Bakery. Различная выпечка. Вот такое здание старое стоит. Такой древний городок. Долндалк. Автобус на Black Rock едет, да? Даже у меня Company Travel. Вот это вот церковь Святого Патрика. Возвращаюсь вот. Через нее прохожу. Как раз. Величественное, конечно, здание. Очень. Да. Вот тут уже. Так, это, наверное, туалет. Вот такой платный. Вот все так. Здесь уже как на велосипедах ездить. Маршрут указанный. Ну. Mm-hmm.